Привет! Сегодня я расскажу вам о том, как почистить шкурку на скейте или лонгборде. Есть несколько несложных способов, которыми можно воспользоваться. Например, в домашних условиях вы можете взять мощный пылесос с хорошей щеткой и пройтись по шкурке пылесосом. Вот. Но не факт, что вы очистите ее полностью. Вот. И это не всегда может быть удобно. Еще вы можете взять ластик белого цвета или какой-то бесцветный ластик и попробовать почистить шкурку ластиком. Вот. Но, возможно, у вас останутся следы на шкурке. А есть специальная фишка, которая называется Grip Gum. Вот. Сейчас мы попробуем ей почистить шкурку на скейте. На ощупь это достаточно плотная такая штука. Вот, похоже на губку. Grip Gum способна очистить даже такую плотную шкурку, как на тессеракте. Я специально почистил доску только с одной стороны, чтобы вы видели разницу. Как мы видим, шкурка стала чище, но до конца глубокую грязь не удается очистить. Но при этом удалось восстановить былую фактуру шкурки, когда она хорошо цепляется к ногам. Такого большого куска хватит вам на длительный срок. Очистить шкурку – это более простой способ, нежели постоянно ее переклеивать. О том, как переклеить шкурку, если она у вас совсем потеряла свои свойства, мы расскажем в следующем видео. Вот, на сегодня это все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Следующее видео здесь. Шкурки сделаны по одному принципу. С одной стороны это наждак специальный, а с другой стороны это наклейка, которая хорошо и плотно прилипает к доске. Но прежде чем...